Привет. Это итальянские замки Виру. Обзор инструмента декодер Тополино. Сейчас покажу, как он работает на этих замках. Декодер можно использовать на 5 и 6 пиновых замках. Виру 6 пин. Вставляем ключ натяжения. Здесь можно работать со средней нагрузкой. Допустим, там Чиза Асикс, Астрал, там нужно аккуратно. Виро здесь пружинки мягкие, инструмент настроен более грубо, поэтому можно так давать ему плюс-минус небольшую нагрузку. Нагрузку на натяг. Там шторку задвигаем. Как-то туговато пошел, но нормально. Пока.